Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Red Alert, и давайте продолжим. Так, ну что, погнали. Строить базу. Я не помню, что это за миссия, честно говоря. Еще посмотрим. Но наш зачет там надо шпионом сделать. Проникнуть куда-то там. Так, завод. О, у нас уже доступна верфь. Замечательно. Тут, значит, вот как. Два прохода к нам или что? А, нет, вот откуда этот писем же бежит. Ой, вот это вот что-то как-то жесткое. Долетался. Зараза. Так, вот, нам теперь доступен средний танк. Довольно это круто. Уже есть чему рада. О, огнеметы, блин. Отлично. Тут как бы такая мини-база у них, да? Надо бы уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я ракетчиков-то потерял, глупо. Ситуация хреновая. Конечно, средний танк не справится с ним. У них лучший танк. Да ёшкин ты кот, застрял он там. Ой, иди высыпай. Гребаная пехота, а. Сейчас построим пехоту гребаную эту. О, все, хана ему. Блин, как мне эта пехота бесит, вы бы знали. Все, замечательно. О, он выжил. Замечательно. Наш друг выжил. Так, ладно, вроде более-менее сейчас у нас ситуация наладилась. Что ли джип построить против этой гребаной пехоты? Будет попроще, может так. Так, а энергостанция улучшенная нам пока что недоступна, да? Жаль. Радар построили, мастерскую теперь давайте построим. Надо уже задуматься, где нам добывать деньги. А то добывать-то уже негде. Все, ребят, заколебали. Новая постройка. Waiting orders. Acknowledge.
Строительство завершено. Yes, починка. Постройка. Постройка. Так, они что, на другом острове, что у меня есть такое чувство почему-то? Что у меня на другом острове? Ты собака, ладно. Я тебе еще ракетчиков поставлю, хрен вы будете летать у меня тут. А, у меня зенитки уже доступны, ну, тем более сейчас поговорим. А, вот еще ресурсы, отлично. Да, походу мы действительно на острове. Я такое чувство. Блин, им все равно, что ли? Ни хрена не ломаются, ты глянь, а. Опа. Здорово, ребят. Я тоже вас рад видеть. А вот Харвестер не рад вас видеть. Теперь Харвестеров начали трогать. Хрен поймешь их реально. Так, ладно, что не построил? Да вроде все построил. Верфь, конечно, еще бы надо. Они вот непонятно откуда, во-первых, летят. Если вот так присмотреться. Непонятно откуда просто. Да, мы на острове. Это действительно так. Ой-ой-ой, у нас хранилище надо построить. У нас денег некуда девать. Строительство завершено. Тогда мы сейчас радар захватим. Раз такое дело. Постройка. Строительство завершено. Vehicle reporting. Affirmative. Готов. Постройка. Да ёперните, да чтоб вас сто раз е... Ну вы поняли. Готов. Что ж за люди, а? Заколебали трогать. Строительство завершено. Тренировка. Постройка. Готов. Готов. Тренировка. Постройка. Так, ладно. Пушки всякие ставить, наверное, не буду. О, 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 о. Вот это я вот не ожидал атаку. Зараза, я сейчас поставлю туда этот и посмотрим, как мы заговорить. Строительство завершено. Постройка. Тренировка. Yes, sir. Acknowledged. Так, ладно, вас тогда сюда поставим, я как понял, они... Yes, sir. Блин, почему харвестеры стоять не работают? Ну тут поставим верфь и потом будем думать, что да как с вами делать. Постройка.
Сейчас, конечно, там крейсер не будет доступен, который я вообще очень обожаю, офигенная, офигенная вещь, но вряд ли он будет доступен на таких стадиях игры. Да заходи же ты. Так. Тут казарм можно так поставить, так все по чуть-чуть, скажем. А, у нас с деньгами проблема. Отменено. Строительство завершено. Постройка. Тогда ничего мы особо строить тут не будем, уже с деньгами у нас все плохо. Что ты будешь делать, а? Строительство завершено. Нам сейчас только катер доступен, да? Хреново. А у них, небось, уже подводные лодки. По звукам слышу уже, да. Опять какой-то остров очередной с ресурсами. Ага, все понял. Да ударьте вы по нём. На, зараза. Ладно, тогда сейчас будем только кораб... Да ёперн дедер, а. Да не, вы его не достанете. Сейчас тогда будем копить корабли. Раз тут нам встретится подводные лодки, блин. Чему я не рад, честно говоря. Где же у вас база-то, ё-моё? Гребаные стрелки надоели меня уже. Строительство завершено. Ну вот какая-то база. Вернее, остров. Вот она. Так, проведите шпиона к вражескому центру технологий. Сохранимся. Шпиона мне надо, значит, в центр, да? Просто тут, блин, уклоняться не получается. Тут надо... Он как бы медленный такой и косой. Ну, блин, попадет, то хреново будет кораблю. Так, ты иди восстанавливайся. Где он тут был? Вот он. О, у них тут катушка стоит, зараза. Это плохо. Ух, ё-моё. Да. Оборона серьезная.
Но опять же... Чё, мне... Говно усатое, а? Грёбаный самолет. Опять же, я вам говорю, нам... Наша задача не... Уничтожить базу, а провести к центрам. Строительство завершено. Так что... Готов. Возможно, попробуем. Готов. Зачем нам сносить всю эту базу, блин? Горячиться тут время тянуть, если у нас цель всего лишь одна. Опять идут сносить. Блин, зараза, танк стал как назло. Мне, надеюсь, одного хватит, а то тут я вижу два, три. Блин, неужели в три мне надо будет отвезти, а? Это да печально. Честно говоря. Это печально. Так, давай, высаживайся. Заметить нас может только собака. Еще раз напоминаю вам. Так, сохранимся, потому что... Вдруг сейчас время начнется, чтобы успеть в несколько... Тогда там переиграем. А то я не знаю, может тут в один достаточно. Блин, гребаные собаки, а. Не надо, чтобы вот эти собаки куда-то ушли. Ууу, сейчас задавит меня нафиг еще. Блин, ну они не собираются никуда уходить. А, не, уходит, уходит. Но далеко не уходит. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 заходи. Все, да, мы зашли, и теперь уничтожьте все. Все равно сносить придется. Хоть ты убейся, все равно. Блин, деньги девать некуда. Да сейчас, сейчас, сейчас будет у вас. Ладно. Сносить так сносить. Давайте, ребят, садитесь. Сейчас все будет. Так, все сели. Блин, тут этот подъезжает. Давайте залазите. Да заколебал ты трогать верфь, а? Что ж она... Медом, что ли, намазан для тебя? Да залазите быстрее, будь думать еще, кто первый. Вот это вот жопа. До сих пор не сели, а? Блин, энергии вообще никакой нет. Блин, танков у них чересчур, что-то тут много. Я даже не знаю, как их сносить. Танков действительно много. Блин, еще и катушка гребаная. Affirmative. Affirmative.
Главное базу вон снести им сейчас. Блин, с энергией у нас вообще все плохо. Так, высаживаем подкрепление. Давай, ломай нафиг эту подводную лодку, блин. А ну не топи, заразу. Всё. Энергия есть теперь. Строительство завершено. Здесь разместить невозможно. Это фигово, что не, невозможно. Давайте, ребят, залазите, залазите, залазите. Так, ну что, ребята, вы без дела стоите? Ну, ломайте, ломайте здание. Че это, я не 5 танков посадил, что ли? Что за бред? Как так, я не углядел-то? Не надоело им верфь трогать, а? Мне бы уже надоело, наверное. Знаете, деньги у них есть. Причем немало их лежу. Так, на помощь присылаем. Хрен вам, а не деньги. Так, вот сохраниться надо будет перед тем, как я буду сносить центр, а то вдруг что не то, блин. Не понравится им чем-нибудь вдруг, а то кто их знает. Снесут сейчас. Если... О, они все продали, просто все. Они сдались. Нафиг всех давим тогда. Миссия выполнена. Ну, вот и все. Довольно нетрудная миссия. Ну что у нас тут? Давайте посмотрим.
Так, господи, 16-й наземный штаб связи совершенно секретный для полевого командира А-9. Из перехваченных переговоров советских сил стало известно, что исследование и разработка их железного занавеса была приостановлена из-за шпионажа. Отличная работа, командир. Перехваченный сигнал привел к секретной советской базе в Барнхольме. Исследуйте возможную связь с разработкой железного занавеса, захватите радар и установите возможность производство. Код подтверждения 1138, конец связи. Прибыло подкрепление. Ох, помню вот эту я миссию, если честно. Помню. Ну, смутно помню, но помню. Так, я вот даже не знаю, стоит ли нам начинать миссию, а то там я не знаю, сколько мы записываем, я как всегда не засек. Ладно, начнем. Пофиг, пусть будет долгая серия. Вновь подкрепление к нам приходит. О, не-не-не, все понял. Там какая-то полная жопа. Артиллерия нам стала доступна в постройках. Хлебная пехота заколебала. Денег тут маловато, я бы сказал бы. Как-то база, я бы сказал бы, близ... Ой, блин. Денег-то нету у нас. База как-то близко у нас с ними находится. Или это не база, или что-то опорного пункта, я не знаю. Ну, как-то близко очень. О-хо-хо-хо-хо. Давайте, уничтожайте, уничтожайте быстрее. Бляха-муха. Хреновое дело. Справились. Давайте, ребята, мне деньги нужны, а то какой-то вообще у нас, скажем так, беда у нас какая-то. Строительство завершено. Возможны новые постройки. Нехватка энергии. Тренировка. Остановлена. Постройка. Готов. Тренировка. Готов. Тренировка. Строительство завершено. Так, радар давайте построим. Так, мне надо захватить радар, по-моему, да? Тренировка. Хорошо, готов. Сейчас все мы сделаем. Построим, кстати, дверь, а то... Вдруг тут сейчас будут нападать на нас еще и по морю. Нам уже доступны. Блин, там другие нападают. Блин, хреново дело. Да ёперный насос, потеряли все-таки мы здание. Ёшкин кот.
Да что ж вы так меня пехотой вот прям вот давите-то, а? Заколебали своей пехотой, вы бы знали, как так нам удобнее сесть. Готов. Уничтожьте ляха-муха. Да чтоб вы были здоровы, ребята, а? Что ж вы такие козлы, я не пойму. Добывайте здесь, вас там, я уверен, не ждут. Вы бы знали. Но надоели они мне. С этой пехотой грёбаной. Так. Мастерская, давайте, ребят, давайте, давайте. Да и я вам сейчас, знаете, куда эти самолеты засуну? Ну, я думаю, все знают. Сколько это можно терпеть просто, а? Строительство завершено. Потерян. Постройка. Починен. Готов. Сейчас я построю тут зенитки, тогда посмотрим. Постройка. Так, нет, энергии не будет хватать. Отменено. Строительство завершено. Готов. Постройка. Постройка. Почему улучшенная энергостанция до сих пор недоступна, а? Жалко даже как-то. Здесь разместить невозможно. Готов. Постройка. Строительство завершено. Постройка. Готов. Так, ну вроде сейчас более-менее как-то... Ух, ё, у вас уже истребитель доступ. Да вы смеетесь. Готов. Я в шоке. У них уже истребители доступны. Это как? На таком уровне уже... В чего-то я, может, конечно, не допон... А, долетался истребитель. Пушечки поставим. На всякий случай. Чё, люлей захотели получить? Давай. Что у вас вот тут? Мини-база, да? Сейчас мы ее снесем нафиг. Так, радар надо захватить. Yes, все-таки нам что-то про радары говорили. Зараза, их что-то чересчур много тут. Да вы охренели, что ли? Так, тебе не надо. Тебе вот надо как раз. Так, ладно, вроде бы отбились. Сейчас я вам отомщу за своего харвестера, я видел, что я потерял одного. Готов.
Охренеть. Всех позвали на помощь. Ладно. Давайте строиться дальше. Готов. Постройка. Строительство завершено. Построим харвестера, наверное. Инженеров бы построить. Хреново дело. Если они сюда все время высаживают, я вот тут где-нибудь поставлю. И все. Я думаю, мне мозги никто не будет мыть. Так, да. С танками у нас все хреново. Давай, инженер, иди сюда. И с деньгами у нас тоже. Все плохо. Нехватка энергии. Первая цель достигнута. А, все. Радар захватил, как было сказано. Строительство завершено. Waiting orders. Affirmative. Уничтожьте доки подлодок. Ну то где они, где мне добывать? Прикажете. Туда я уже не полезу. Сейчас вот эти доломаю. Все, в баню. Нет, это уже чересчур, блин. И где тут деньги добывать тогда? Хреново дело, честно говоря. Так. Попробовать напасть, что ли? Ай, там еще один. У них деньги есть, блин. Тут... Куда? Да ёпер, куда не пойду, везде. Не назад. Блин, вот в этой миссии проблемы с деньгами. Однозначно. С деньгами и все. Affirmative.
Так, ладно. Давай добывай, что тут хоть есть. Так, иди восстанавливайся. Не, базу вообще не знаю, как мне брать, если денег нет. Были бы деньги, конечно, я бы снес бы, а так... Починка. Не знаю, как. Починен. Awaiting orders. Yes, sir? Починен. Acknowledge. Так, этот дурак сейчас, небось, додумается... Нет, стой тогда. Он додумается с ним сюда поехать, дуй, собирать деньги. Yes, sir? Acknowledged. Affirmative. Awaiting orders. Acknowledged. Yes, sir? Affirmative. Awaiting orders. Affirmative. Affirmative. Волки подлодок. Да, блин. Странное, на самом деле, задание, честно говоря. Ну их нафиг, отступим лучше. Странное по той причине. Ну вот, уничтожают доки, да? Но если у них есть главная база, они вполне же могут восстановить эти доки. Бред просто какой-то. Ладно. Хрен с ним, им виднее. Починка. Починка. Вот, блин, из-за денег вот эта миссия дольше становится. Yes, sir. Починка. Reporting. Починка. Waiting orders. Yes, sir. Нет денег. Vehicle reporting. Починка. Да, с деньгами все плохо. Yes, sir. Уничтожьте доки, да блин. Это не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Только вот на дороге подлодки одни встречаю, блин. Электричество, блин, что же делать? Вернее, это ток. Да ёперный театр. Не знаю, как проходить эту миссию. Так, ладно. Давай, ломай, ломай, энергия, это должно закончиться у них когда-нибудь. Это какая магия, у них здание заново. Эти пушки заново стоят. Вот это магия. Вот эти гребаные доки. Да давай, да вижу ты.
Надеюсь, эти два, их только два здесь. Нет, их не два. Их больше. Блин, мой танк сейчас вот этот сдохнет, зараза. Даже два сдохнут. Давай, ребята, вперед, добывать. А, хрен тебе, возьми. Блин, истребитель, вот это уже серьезно. Пока они там курят стоят, мы можем спокойно добыть ресурс. Не-не-не-не-не-не, вот вали, давай. А хрен тебе. А, блин, он сейчас все-таки уничтожит, наверное. Давай, танцуй. Не попал. Косой. Давай, остановись! Фу. Спасибо, надо сказать, именно зениткам. Так, вот артиллерию я построил для того, чтобы вот уничтожить эту ораву. Если, конечно, сейчас они на меня не побегут. Отлично. Ух, как на артиллерии, браво. Ты что сделаешь? Давай, иди высыпай деньги. Блин, артиллерию потеряли. Ничего, сейчас. Танков наберем и пойдем уничтожим. И завод, им, и казарму. Немного терпения. Еще одна главная. Так, казарму вот надо уничтожить, а то они, блин, своим пехоту меня за это, ну вы поняли. Опа, Харвестер построили, вот его срочно убить надо. Они не могли дальше играть из-за денег. Денег у них не было. На Харвестер даже построить.
Это хреново, что там нет денег. Yes, sir. Готов. Reporting. Affirmative. Надо убедить, что все энергостанции я сломал. Ну а теперь можно спокойно уничтожить. Можно строить уже именно вот эти вот корабли. Так, я сохранюсь, а то вдруг что-нибудь то и сделаю сейчас. Ну, вроде там сказано все уничтожить, но на всякий случай. Иди сюда, друг любезный. Все, ребята, теперь будете далеко ездить не будете, то есть. Где этот грёбаный последний док ваш, а? Мне прям интересно. Ну или не последний, сколько там осталось, я не знаю. Давайте, ребята, идите уничтожить. Ну все, то есть мы уже, понятное дело, выиграли, но тяжкая миссия, я бы сказал бы. Прям не просто было, скажем так. Блин, деньги девать некуда. Так, давайте быстрее. Уже давно должны были эту миссию закончить. Опа. Истребители откуда-то еще прилетели. Ух, вот это они обороняются тут. Серьезная оборона, блин. Фу, так, ладно. Еще не все, не конец. Ну вон она, по-моему, здание уже виднеется, да. Сейчас еще пару усилий. И мы победили. Тут просто проверяю, никого не осталось, а то вдруг. Готов. Постройка. Acknowledge.
Блядь, у них тут даже пушка стояла, обалдеть. Вот это у них тут доков. Ну, тут я два сломал, 5 доков у них было, обалдеть, да? Понастроили, называется. Ну все, мы выиграли. Фу, ну тяжкая миссия, надо согласиться. Долго мы на ней сидели. Так, что у нас там дальше? Ну, это уж следующая серия, конечно, будет. Ну, сейчас просто посмотрим. Наше самое последнее технологическое достижение — хроносфера. Находится на этой исследовательской базе. Да что такое? Уже все, заговариваюсь. Счетчик времени показывает необходимое время для завершения жизненно важных испытаний. Советскими силами стало известно об этом, и они направляются сюда защитить их хроносферу и улучшенный исследовательский технологический центр. Позаботьтесь, чтобы база снабжалась энергией в течение заданного времени, в противном случае все будет потеряно. Я, честно, не помню эту миссию, но что-то чувствую, она будет тяжелой. Так, сохраним игру. Ладно, и давайте прощаться. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.